Все. От всех жителей Владимирской области огромный привет. Мы вас очень любим. Я хочу вам передать сейчас вот брусничку, там немножечко продукты. Там спасибо вам большое. Кролики, вы знаете, если я вам интересен в какой-то степени провести вечер... Не вопрос. Я приеду, найдем. Конечно. Я приеду совершенно бесплатно. У нас прекрасно. Да не, мы все сделаем. Да у нас театр чудесный. Мы отремонтировали, я отремонтировала театр, увеличила индустриальную деятельность. Если хотите, я приеду к вам, сделаю вечер. Хочу. Это при этом бывший губернатор Владимирской области в кадре предлагает ему встречу, он так соглашается.